Ну ладно, давайте все готовы там на ДК какой-то начинать. На прокрыть, если кулаки не дали. Метки смотрятся и это выносим. Что такое? Ну, бывает. Он власть включил, не? Так, чил, не знаю. Сальву хлопи, да. А, ну и сальву хлопи, это заебись, конечно. Пишу себя майроном, блин. Тут никто не помнит, наверное, уже будет. Сука, опять Макс сорвал. Так, давайте рисуемся. Могу там шаману касочку дадите, там лап такое все. Сувасвот основу, поклонский первую копию, лимошка вторую. Пристабав каску. Помогу. Давайте походите, с готового ДК начинаем. Перед мордой не стойте, чтобы вас не убило. А, это твоя, извини. До 33 там танки прожимайтесь хорошо на откидывание. Дайте им на ФК пристой, там кто-то. Пока добежим. Все, убили, молодцы. Три хила захилили. Войда убила. Страшные события. Два нормальных можно захилить. Ну да. Да я вообще оверхилил пристом, что-то даже не попадал. Давайте, мана есть там, гуляйте. Хила нет. Хила нет, нормально. То куда? Фух, я зашел. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. Меня через огненную стену пропустило. И запечатало вход.
Нас убивали с расчетливой жестокостью. К стенке, Славик, подбеги, и там снизу, через эту, через стенку хилится. Только вниз. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Ну-ка, давай по скиллу, Сержик, спячку. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Там, давайте кнопочки жмите, а то уже 3 стака как-то маловато. Обратите их в пепел! 4. Нужно подойти поближе. Дал каплю самосвода. Еще рано. Там экстрим, коррекция, киньте каплю на самосвода. Все, молодцы. Идите в сторону, пишите, пока как он на квеске кроет, куда и кто получает. Только сейчас обратите внимание на это, а то вот, как обычно скажет, я разрешаю на все роль. Вот этот капсул с РФ, да, на Энху? На Энха? Да. Да, хорошая на Энха. А кто чему танчит? Сейчас посмотрим. Наверное, самосвод. Ваня, все равно выше. Них, Сержик тут. Харзулов. Да, я реву сейчас. Так, ладно, давайте. Трошам. Так, давайте танки. Сумасвод танчишь сразу в свет, заходишь во тьму. Поклонские големов на второй фазе, холеные големов. Ретрик, экстримка на броню, ретрик средоточие. Фридом этом сами разбирайтесь, в печати сами разбирайтесь. Киллы. Я с карком свету, остальные все во тьме. Друиды, сержик. Ультрашами заливаешь, бестмод заливаешь, фокосаку. Зайдем во тьму. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать. По диспелу там бой 3 рокстов, по диспелу я цвету. Так. Тотем. По диспелю цвету. Я себя-то не умею диспелить. А, да, если надо вкачивать. Что там, Триси, по диспелишь? У меня нету фреймов на магии, на хроне ничего. Да, Сержик сторожил. По диспелить и дали. Заполнение. Ну, кто туда умеет? Себя подиспелить, случайно, а с кого-то я не хочу. В смысле, не хочу? Кулак по друидам можно? Ну ладно, я подиспелю. Где там? Давайте диспелить. Что за херня? Пусть кто-нибудь диспелит, дорогой. 500 гп не хочу, блин, дам. А паладина распределили, кто что дает? Научитесь все диспелить маги, кресты, совы. Фридом они там сами разбираются, кто первый, кто второй. Кулак по друидам, пожалуйста. Ну, давай я знаю, просто буду выбирать диспель. Давай. Какую пати? Первую и третью? Ой, пати, говорю, фазу. Не, только третью. Окей. Варенька, а тут же работает щиток, хули присылает. Рыба есть? Мне. Да, работает. На рыбунку? Да. Да, работает. В этом в 10 гир не работает. Он работает, просто в Десигер Фридома не работает. Ну... Мультушан, ты с нами тут? Я подлетаю. Дайте шкаф при сумоне быстрее. Кастинка или Ретрия, дайте кулак по коту. Кто из вас не баф? Значит, Ретрия, дай друидам кулак. Мультушан, тьму хилишь. Так, дайте по шаману баф, смотрите, чего вам не хватает. Так, каска есть, пристабаф есть вроде. Нет, давайте чек на пул. Пристабаф. Дайте пристабаф. Он мелкий трэш на лимошку напуливаем. Так,
И мошка целезь, я тут готовы. Давайте, все готовы, начинаем. ДК пули. А, вот мне их поставьте, печеньку. На тебя поставил. Близко не подходим, смотрите. Конский выноси. Смотрим метеорит. Бежим. Давайте смотрим лужи. В лужах не дохнуть. Лужи нормально. Верзила выноси. Спиной к рейду, пожалуйста, танк, который кричит в галеру. И тебе надо стрелять. Поклонского частицу киньте, хвал, что-то не достает далеко. Кальк выноси. Милики отошли. Бежим. Давайте смотрим, напуливаем трэш, смотрим, в лужах будет литься. Нормально. Играем по трэшу. Давайте, ВВ выноси, рейд бейте трэш, там доты-то бьют. Пиона. РД можете больших пока там побить. Играйте по большим РД. ДК сразу заходи. Давайте добейте мелких, заходим рейд. Самосвод, прожимайся, когда заходишь. Эй, да, прожимайся, когда заходишь. Давайте становимся, ромбик. Ты. Тотем выноси. Пелпам. Один рост рвал. Все же кресы. Рокстер выноси. Заходите, если добили. Дайте аджендову там баф и каску лапу вместо баф. Так, друиды инер своим хилом заливайте. Рейд пробивает как-то сильно. Ламруа выноси, походу лезвие. Выноси. Правее, беги, правее. Нормально. Ой, под дисплей во тьме, потому что я не сменил дисплей после лича. Держи, выноси. Так, сколько там? 53 света, то есть после реза и после метки будем выходить. Давайте смотрим метку, только потом будем выходить. Те же поноси. Выходим в свет. Давайте выходите в свет. Рост свету. Свет первую метку ровно назад выносите. Беги, малышка, беги! Слота выноси. Пристрелите через взрыв. Да, пристрелите через взрыв. Смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим. Смотрим лужа, напуливаем трэш, лужа в рейд. Так, выноси там кто-то. Рост во тьме, свет только трэш бейте. Свет только трэш, больших, маленьких. Свет, играйте по мелкому трэшу, помогите его слить, сторожила, выноси. Сам сядь в стол. Давайте бьем Халёна, два мира. Милик, отойди, смотрим, милик, отойди. Бежим. Давайте бежим, смотрим. Свет, бейте Халёна. Лужи в рейд. Кальп, выноси, дайте им гильдаль, им на хп гильдаль.
Давайте. Два мира играем, как обычно. Там трэш бейте, хлёна бейте, большие бейте. Дал капли поклона. Козу выноси. Ну так, тьма стоп ДПС. Свет добейте большого, играйте по халёвану. Смотрим, сейчас будет лужа, бежим. Тьма не бейте. Так, два мира, играйте как обычно, лужа в рейд. Клода гимна АХП. А потом гимна Ману давай. Так, бестмод. Рез на Клода. И даль гимна Ману давай. И даль выноси сам себя диспелл. Диспектил. Нормально, давайте два мира как обычно. Все нормально, поворачивай на рейд, поворачивай на рейд, смещайся. Так, готовься к продавать, тьма не бейте. Тьма не бейте. Лужа в рейд, тотем выноси. Так, давайте, нормально. Два мира, как обычно, бейте. Это мы диспелим. Там шейный спин. Те же выноси. Сам, ладно, подиспелим. Так, тьма не бейте. Тьма стоп. Так сказали, харм. Это на привычка, бежим. Давайте, последний метеорит. Наверное. Тьма не бейте, дайте каплю на БДК в свету, дай сакру. Тут хера не дамажишь, ловишь. Стримка, дайте руки по ршами во тьме. Да нету, так. И 300 маны нет. Добивайте, играйте по трэшу, как обычно бейте. Как обычно бейте. Там сова ресы быстрее калька. Сова калька ресы. Дал каплю поклона. Ну, сорян уже так. Давайте, добейте, да, главное, большого. Бежим, бежим, бежим. Так, бежим, бежим, поклонский прожмись, дайте каплю на поклонского. Так, на пульте трэш играйте в халёна, только халёна бейте. Большой, большой вреди, большой вреди. Блин. Добивайте халёна. Да некому там диспелить уже. Ну, падайте, не успели. Вам, блядь, сказали на 60 еще стопать. Блядь, почти убили, пипец. Че, поставишь диспут? Да, все оставлю. Так, давай сторожил во тьму отправишься. Хрена себе, Войта, ты что, только с этим... А ты отгоните с тьмы дома, а кто там, кто во тьме был? Че говоришь? А, не, Таня, баг. Показала, короче, в рекаунте, что ты только жизнь цветом хилил. Давай, Капар Свет, сторожила во тьму отправитесь. Чтобы выровнять ДПС. Так, давайте Сержик сейчас зайдет и будем бафы давать, можете по карту поставить. С большим у вас проблем нет, нормально убивает. Ну, не нормально. Может, да, большой трэш, нахера ты мелкий лупишь, блять. Давайте сюда фул бафы, давайте. Пейсеры. Давай какой-нибудь другой вар лучше. Лисунель, ты слышишь? Можно рыбку, пожалуйста? Слышишь? Ну давай. Хризалист. Давай Хризалист это в свет. Только сразу высыхающим. Ты слабого вара вместо сильного мага меняешь. По ДПС он, ну, обычный. Так поди оставить как есть, вроде нормально все было. Нам главное стопнуть вовремя и все. Хотя да, он не очень-то и слабый. Ладно, давайте все так оставим, просто стопнем, когда я скажу.
Кушайте рыбу. Лапу. Давайте чек на пол. Три минуты БРКД. Так, ДК, иди на позицию. Или все готовы? Где там ДК? Иди на позицию. Давай, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Давай, выноси. Смотрим, падает, бежим. Частицу на Поклонского. Смотрим, лужа. Лужа вреет. Ненормально. Верзила, выноси. Смотрим, метку хвосту выносим сейчас. Рогатый иди. Смотрим, падает, бежим. Смотрим, лужа глупится. Давайте лужа вреет. Давайте не умирать, там на БДК все забрали, молодцы. Бейте Халёна, переводите. Играйте по трэшу мелкому, помогите. Слить РД, больших бейте. ДК заходи сразу, милики маленьких бейте. Заходим. Давайте все в печеньку становимся. Там от стенок отойдите, кто там светнул, чтобы не умерли опять. Поклонский, тебе хп крик дали? Так. Заходите, если добили. Пропускайте лезвие сейчас ближе к морде по ходу движения. Инвер своим килом заливайте там друида. Пятьдесят один, свет, готовьтесь, после метки будем выходить, не раньше. Кто засосет, умрет. Умрем. Давайте портал не залейте, экстримка выноси, выходим в свет. Давайте рост свету. Присты через рыбьем. Метку назад выносим сейчас свету. ВВ. Вот зеленку прижмешь потом. Утром метель сейчас будет падать. Бежим. Попозже диспель. Давайте смотрим лужи. Лужи, ну, нормально, вред чуть-чуть. Давайте лимошка выноси на пульте трэш, рост возьми. Так, чуть хреновато. Там друид Савариса и ВВ. Mm.
Так, Саларис и Бестмодер. Еще приз, давай гимн на ману. Что-то давайте падаем. Что-то я сам не понял, что не сдохли сейчас. Метеор написан. Нет, там трэш, бегал всех бил. Там ханты когда отдали на пул, там два раза напулили, притворяйтесь мертвыми, там откадешивается. Так, что там, БР потратил, друид? Да, да. Каким ветром ты анхолик должен быть? Не, ВВ, давай воды конспекай, если что-то, ну, просто не надо. Даже не думал, что это ФДК. Что, он грубо порвал, что ли? Да нет, просто ФДК тут спросить не. Давайте сутку давайте. Не могу дать гимн под тотем, потому что если я дам гимн под тотем, кто-то обязательно умрет во тьме. Бля, ну ты дохуя выдумываешь, зато мы останемся без маны, и тогда точно кто-то умрет. Там лучше гимн под тотем давать. Там два хила страхуют. Ну хорошо, просто я еще ускорение даю, я еще дисплейлю. Я за тебя в этот момент поддисплейлю, не бойся, я же специально подождал лезвие, посмотрел, что метки не на тебе, понес редвит, я тебя попросил. Я думал, ты спросил, а не попросил, я думал, ты спросил, буду я давать или не буду вообще. Интеллект. Так, давайте там что, по бафам не хватает, чек на фул. Будет хилит, можете там оба гимн давать, там, ПК уходить. Да, не надо так уж. Вопрос по хантам и по рогу. Вы мелкий трэш точно на пуле выйти на лимошку? Да нет, там на пуле левую метку выносил. Давайте все, да, оповы начинаем. Он сквад два раза срывался. Ну смотрите, на лимошку на пуле выйти. Позже ли кровь пожала, или что-то еще. ПК, пожалуйста, во тьму заходи, учись на заведение. Зарис, выноси через ход, возвращайся. Да, кстати, если у нас вот сдохнешь, ГП дам. А просто прыгай без команды, и ты там уже стоишь на 10%. Смотрим лужи, смотрим лужи. Чем вдруг? Где он вообще? Тринка выноси. Пава, риса его. Ну, перебежим, риснешь. Смотрим, подход в метку выносите, так метки не будет, наверное, бежи, давайте бежим, падает. Смотрим лужи. Дайте лапу каску, ты стабах, или сунули, где ты там умираешь, да смотр выноси. Так, давайте свет по трэшу играйте, РД бейте больших, мелики, маленьких, халеона. Переведете ПК, сразу заходи. РД бейте больших там пока. Давайте заходим. Ну, так, во тьме в печеньку потом становитесь. А? Тем выноси. Здесь не умри. Слышь? В центре стоит, динай. Убили. Сейчас ждите вас лезвия. Заходи. Шутка зашла. Иннер своим филом заливаете.
метку по ходу движения выносить сейчас. Корзун. Три сфера, готовьтесь, после лезвия, после метки будем выходить. Вот, метка на ком-то сейчас будет. Или сунули, выноси, в свет выходим. Так, давайте, рост в свету, пересунули, выходи там. Пересунули в свет, как дела у тебя? Потерялся, да? Ладно, выходи там как сможешь. Давайте, ламруа выноси. Назад, назад. Левее, 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 левее. Там, Саша, пистоль не забывай. Вот, метеорит сейчас будет. Я думаю, что она добежит нормально. Ага. Так, готовь сакру давать. Смотрим лужи, лужи в рейд. Рост в этом не давайте, сторожила, выноси, сам себя диспелишь, там щиток не такое. Так, рост в этом не забываем, присты через взрыв бейте. Играйте. Играйте большие, маленькие, забери, забери. Блин, падаем. Вы заебали там, ебаный урод. Кто там виноват? Не знаю, кто там агро срывал. Не давайте там, или капли не давайте, не знаю, что вы там. При выходе там в свет оба ханта дают на пол на БДК, который танчит. О, у вас есть готовность, матка дэшится. Поделать мне остался, когда метку выносил. Какого-то фига. Может, его опять не первую метку назад несите, а не в бок куда-то. Кламрап. Кто вас убивает там, святой, я не понимаю. Маленький трэш? Они его убивали. Блять, по-конски, значит, промазал, не знаю. По-конски. У тебя такого не должно быть. Либо, может, там сальву в копии не давал опять? Женька, не жми этот панцирь, когда лужи, потому что трешница мелкий валит. Вроде опыт танку. Ну, давайте баф осетус, там либо есть, можете поставить. У тебя есть усиление рунического, на третью фазу его оставляем. Еще будете срывать, там ГП будем по 200 давать. Давайте там фулбаха. На первой и второй фазе смерти это 200 ГП. Дайте там мага баф. Бафу. Подождите, сейчас я пробафа кулаки. Перебегаешь и не рисунули вместе со всеми. Ты не в обычку пришел. Давайте чек на пол. Вопрос. Так, сейчас реворнусь, что забагалось. Варенька, а я тебе когда щиток во тьме кидал, ты успевал и добежать туда из диспелить и обратно на скорости вернуться? 24 да. Секунды. Ага, значит хорошо. Там реакция надо просто. Я понял. Ну ладно, буду тогда. Там задроты высокого уровня должны быть. Я его уйду, когда он тоже успевал. И вынести, и вернуться на скорости за 4 секунды. Давайте чекнуху. Mm-hmm.
Нет, давай, тебе... готовы, можно начинать, ДК что? Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Давайте нефку хвосту выносим. Через хвост возвращаемся. Бежим. Ну, давайте напуливать трэш, смотрим лужи. Нормально, в рейд. Лимошка, выноси, морозьте трэш. Подводи на первой фазе его ближе к колену, чтоб милики его били рассекающим. Бежим. Смотрим лужи, в рейд. Дожила выноси. И хиро знает, как вы не сдохли, РД, бейте халёна резче. Милики, нет, их трэш бейте. Там 2%, а милики отрезаны, РД, бейте, бейте халёна. Давайте, ДК заходи сразу, риск скажу, когда зайти. Заходим. Свет в печеньку, тьма в печеньку становится. Шустрила. Клон чуть не отъехал. В смысле, умер? Что, сдыхался, кто умер? Говорю, все нормально, поклон просто чуть не отъехал. Убили, если что. Заходите. Стоялись, камелись. И на самом деле, давайте. Пропускайте резин, ближе к моту сейчас. Подожди. Пятьдесят три после лезвия, после метки будем выходить 52. Вот метка. Мили сунели, выноси, свет выходим. Давайте рост свету. Назад выносим свету метку. Прожил, сам себя листал. Смотрим, будет падать. Бежим. Так, смотрим, лужа, рейд. Шустрила, выноси. Они правильно достали. Рост во тьме. И свет по трэшу играйте, большие и маленькие вам рот, и парис мертвые. Давай во тьме. Так, смотрим, свет. Танка уронили. Падаем. Это больно было. Падайте, падайте. Ну вот я и дал гимноману, танк уронили, как пока я кастовал. Сколько еще таких героев?
Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Больше гимна ману во тьме не дает. И гимн-то придется давать. А то мана у него кончится. Отпало. Там этот духов у него может дать перед тем, как читать гимн выше. Так, в лезвие только прошло, у всех фулл хп, поставили тотем, я гимн давай читать. И вот буквально в конце, когда уже должен был спасть, танка ваншот. Ну, за ушатал. Удар сдох там за секунду. Да, ну давайте, баба, да. Сейчас я приду, быстро отойду. Пипец, он нам не прёт. Это что, вот это вот типа рыба лежит? Да, даже лучше. А его всегда можно ставить или только в период ивента? Всегда. Круто. Блин, чего я не знал? Через 5 дней исчезнет. Ребят, какую-то фигню нажал, у меня, короче, тупо просто экран весь, а спеллы все пропали. Типа для скриншота, что это надо нажать назад? Alt-Z. О, спасибо. Все пропало. Испугался. Шуба норковая, Трина. Панелька со скиллами пропала, блядь. Недостача одного арпа сильно на ДПСе скажется? Никак не скажется. Так, что там, подходите, давайте за линию заходите, так она позицию идите. Давайте все готовы, так начинай. Успел поесть. Давайте эту хвосту через хвост возвращаемся. Дрожила сам себя диспел. Бежим, падает. Так, смотрим, лужа нормально. Трезвее выноси. Ближе к Халюну подводи, мелкие даже на первой фазе. Там на второй уже, тут там, чуть дальше. Планруа выноси, через хвост возвращайся. Бежим. Через хвост, к хвосту, через хвост беги. Смотрим, лужи. Нормально. Кого-то выноси. Там аккуратно, не сорвите трэш. Ну, сам сядь, диспел, ты приз. Так, давайте, играйте по трэшу. Все играйте трэш. Милики большие, милики маленькие, РД большие. ДК заходи. Слава, реса, ретрию. Нечаянно в портал попало. Да, скажи, вы его любите. Дайте спал, выноси, дайте там каскулапу пристабал во тьме. Да, уже.
у меня вопрос, почему хмели цунели сейчас с щитом? Ну уже стойте там, добивайте больших. Вы выноси. Заходите. Клинер с инкилом заливайте. Пала. И 53 свет, готовьтесь, после лезвия, после лезвия будем выходить. Мири сунели, выноси. Давайте выходим в свет. Рост цвету. Престы через взрыв. Свет, первая метка ровно назад. Best mod. Смотрим пад. Смотрим. Что долго. Бежим, падает. Давайте. Смотрим лужи. Не умирайте, лужи нормально. ВВ выноси. Играйте рост во тьме, свет трэш бейте, маги контрольте глыбы, когда холен перебегаем. На холене когда перебегаем, давайте больших, маленьких бейте. Помогите маленьких слить, РТД. Ну что, все. Играйте холено, два мира. Диспелю. Смотрим, падает, бежим. Смотрим, лужи. Лейд. Что там выносим? Тьма не бейте, тьма не бейте. Давайте гимн на ману свету. Гильдаль, давай гимн на ману. Хризалис, два мира играйте как обычно. Хризалис, выходи из свет как сможешь. Давай. Тьма стопайте. Добейте большого, тьма стопайте. Бежим. Смотрим, лужа сейчас будет. В рейд. Две лужи в рейд. Не умирайте. Диспал свет. Давайте живем. Только меня не уроните. Клево. Дайте гимн на хп, свет. Вообще четко. Так. Best мод Дресса или мод этого Сержика. Свет не бейте, только трэш бейте свет. Свет только трэш. Best мод выноси. Так, упал. Падайте. Да хер его знает, я кастил в танка хилкой, шаман походу вообще не хилил, перестал. Или заглючил он, или что, завис, наверное. Ну пока вы разбираетесь, что во тьме хмели сунели, ты даешь 4 секунды градом на пол, изрывной ловушкой, а дальше бьешь большого голема. А не продолжаешь дальше кастовать град. Жить огонь больше даже, чем Халиуа. Боже, какой ты уже лайф. А чего вы упали-то в святую? Блин, конить этот...
Во тьме упали, пока ты уносил метку с доксом. Скажите, чем шаман хилит и сколько? Волна на первом месте, 700-800, цепуха 400 тысяч. Нормально. Ну, короче, может совпало, ладно, давайте все тут. Хризалис, короче, там заходишь во тьму, а потом с нами в свет выходишь. Будешь туда мажить, только смотри, чтобы мелкий трэш там тебя не убил, сразу не врывайся, там вихрь не давай такой. Давайте фулбафы там, а ну пейте. Так там один столб магии кастанут, и вам трэш проще будет убивать. Дальше не шагать. Маги дать инту. Не в том-то дело, просто у нас перевес сильно большой, метку хорошо дамажить, мы не успеваем просто. Так, давайте все тут. Чекаю слона. Там кто-то заходит, подождите, не путьте. У нас ГС рейда такой слабенький, вот взять хантов, хмели, сунели и бомба. И из-за этого нам нельзя падать вообще никому. Если вы будете падать, считайте это сразу вайп. Дайте мамонта. Дайте кулак. По друидам просят. Давайте чек на пол. Тратись, я готовый, ДК начинай. Так, Ред, я выноси, через хвост возвращайся. Милики, дальше. Куда она понесла? Тюп. Бежим. Там ДК, смотри как-то. Давай. Так, лужа в рейд. Ну, хоть не умерла. Куда умерла? Уже фридом себе дала. Потому что застанил он меня же хвостом. Сосает. Там не стан, там другая механика опрокидывания. Так, ладно, давайте смотрим, слабый доси. Он меня не опрокинул, я стояла. Так, бежим, падает. Бежим, бежим, кто там в хвосте? Не стойте так близко к Халеону. Смотрим, лужа вреет. Так, мне не вреет. Там выноси. Так, давайте Милик играйте, Малики играйте, Халеона, РД больших. Давайте РД больших, эти Милики переводите. Декасал заходи. Заходим. Или сунели, где-то там что-то светло осталось. Игдаль выноси. Кажется. Стойте, у нас лезвие. Уже не заходите. Ну все, нормально. Рокстер. Заходите. Фридом она не может. Сам часто в этими фридом ухнет. Так, Иннер хилам, чтобы стрела по ходу движения выноси. Правее, правее, бей. Так, Иннер там взрывайте. Бестмут выноси. 54. Давайте после метки, после лезвия будем выходить.
Берзила, выходи, выноси, свет выходим. Там Хризалис тоже выходи. Нарос свету. Свет, первая метка ровно назад. Эльдарь, сам себя диспел, щиточек кинешь. Логики ты пришел. Так, смотрим, метеорит сейчас будет падать, бежим. Так, смотрим, падает. Смотрим, лужи, лужи в рейд. Рост возьми, хазу выноси. Свет играйте по трэшу. Большие, маленькие. Давайте свет, только трэш бейте. Давайте больших добейте, мелких добейте, играйте по холёну, как обычно, два мира без мод, не срывай. Блять, без мод, если мне быстрее. Дальги на хп. КД, КД, спасибо. Бегите, бегите, бегите. Перебирайте, перебирайте, карик один хиль. Так, свет только трэш бейте, клот один на хп, ламруа выноси. Я по хилю сколько смогу. Хиль, хиль, давайте. Ламруа выноси, там дискольте ламруа. Берет. Не, падайте. Тьма упала. Ну, вынес бы уже в лужу, если некуда было выносить. Я бы тебя отхилил. Чё ж ты там танцевал? Да вынес бы даже на двойную лужу. Там не ваншоты, там просто больше бить начинать. Я бы отхилил. Пинканите до макса света. Да там сейчас более-менее нормально стало. Я сдох просто. А чё вы там во тьме упали? Когда я сказал уже умирать? Там лужу не было, куда выносить, и там на месте танцевал, вар танцевал, если пришлось диспелить, иначе она бы вообще всю комнату заполонила бы потом. Чё там, Эрис, смотри, чё такой маленький ДПС вообще прям? 6К, 7К. Да, там две Чей, лужи на луже лежало вообще. И лезвие, короче, заняло все. Некуда было. Деньги много решают. Не воля не чешется, поэтому можно. Дайте фулба все тут вроде. Фокса где? Бегу духом, меня Крифона забрала. Давай, Ирис Лэри, еще один драйв, что поменяем, потому что мало ДПС. Лапку интеллект. Сейчас там Алекс зайдет. Чинитесь пока. Ну что там, дайте лапку интеллект. Все тут уже. Ну, давайте чек на пул. Вот. Ну, давайте все готовы, ДК начинай. Стой, стой, стой! Ай, блять. Ну регень ману не хиль пока. Меня просто в ПВМ один игрок спрашивал, как правильно выносить метку. Вот, выноси, сам себя диспел. Смотрим, падает метеорит, сейчас бежим. Ладно, бежим хер с ним. Что-то таймеры сбились. Только на той стороне. Повезло. Пустрела выноси.
Конты босса. На третьей фазе только большого биом. Без лодка носи. Вот, бежим, бежим, бежим. Падает. Смотрим, лужа. Лужа нормально вроде. Разум выноси. Без прав. Давайте, медики, играйте Халёна и Трэшер, добейте больших. ДК, заходи. Входим. Милиционеры, тоже заходи. Экстримка, ты какой фридом даешь? Первый или второй? Ред, я выноси. Ростер выноси, заходите. И на своим хилом заливайте. Те же выноси. Тотем выноси. Давайте 51. Свет после метки будем выходить. Сейчас смотрим метки и будем выходить. Хризалис выноси, потом выйдешь. Выходим, свет. Давайте рост цвету. О, блять. Так, нормально. Давайте свет выносим, метку смотрим. Ровно назад. Посмотрим. Так, метеорит падаем, смотрим. Падаем. Так, бежим. Что-то тренера позбивались. Давайте смотрим лужи. Повезло. Разу выноси. Рост во тьме, рост во тьме. РТД больших, мерики маленьких. Давайте живем. Рэдви, ты с нами? Хилом, только фридом во тьме, только хилом. Бестмод выноси. Вара может обратно? Да, скажите, когда зайти. Че вы там умираете? Бежим. Лезвие там. Падаем. Ну там если кто-то может рейд, я могу во тьме похилить, а шаман цвету. Не, там ретрия под неправильно. Ретрия, в общем, неправильно выносит метки. Вот сейчас она неправильно вынесла и под лезвие попала. Не под лезвие попало, меня не захилили. Нет, под лезвие. Я ж в хилботе вижу, я тебя хилил. Но лезвие не захилится, извини. А Сарезия чего умер? Две лужи. А, он выносил, да, и получается, и кто-то в это же время туда же выносил со света. Когда вы тебя выносите, если лезвия нет, то вы в бок выносите, а не вперед. Если лезвие есть, то вперед выносите, а если нет лезвия, то в бок выносите. Ретри, Рокстер, где вы там? Бегу, бегу.